Погода на заказ. Зачем США придумали миф о глобальном потеплении? Это очень серьезный аргумент давления на любую экономику любой страны, в том числе энергетическую. Как используют климат в военных целях? Как вы помните, прошел циклон через Москву, ломались деревья. Это была первая попытка Америки испытать хард. И кто на самом деле является угрозой миру? Самые шокирующие гипотезы сегодня в 18:00 на РЕН-ТВ.